Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes. Состояние главы компании Tesla и SpaceX оценивается в 272 миллиарда 300 миллионов долларов. Достичь такого показателя Илону Маску в том числе удалось благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Аналитики прогнозируют, что Илон Маск, заработавший большую часть своего состояния благодаря компании Tesla, станет первым триллионером, а поможет ему в этом SpaceX.